36 человек погибли в результате нападения на казино при отеле в Маниле. Об этом сообщила полиция Филиппин. Погибших нашли пожарные, люди задохнулись от дыма. Огнестрельных ранений ни у кого не было. Также сообщается о десятках пострадавших. В ночь на пятницу вооруженный мужчина ворвался в помещение казино филиппинской столицы и открыл стрельбу в воздух. При этом он никого не ранил, но начались паника и давка. Нападавший поджег игровые столы. Полиция считает, что с террористами злоумышленник не связан и что мотивом было ограбление. Он вошел в Resorts World с чем-то похожим на маленькую винтовку. Все испугались, увидев оружие, и побежали. Нет признаков того, что это была террористическая атака, потому что он был один и ничего с собой не принес. Когда мы нашли его сумку, там были только игровые фишки. Нападавший тоже погиб. Его останки обнаружили утром в номере отеля. Предположительно, он покончил с собой, облил себя бензином и поджег. По одной из версий, грабитель был иностранцем. Подробности о его личности пока не сообщают.